сейчас, мне кажется, ну, мы будем надеяться на то, что все-таки будет такой мини-спектакль тоже в исполнении Леной. В прошлом году, когда она появилась здесь, ну, первым номером у нее шла Ната Ривкин, ну, как-то вот Леной обошла ее. Я ее в прошлом году первый раз увидел здесь, в Ташкенте. Конечно, она впечатляет. Даже вот это вращение, это оригинальное вращение, она делает, вот ее коронка. Такая музыка красивая очень. Вот испанская тема, и, честно говоря, и визуально она очень так и похожа, и одежда, и сама лента. Да. Здесь мы видим и идею, и характер. Выполнен прыжок. Держи. Вот профессионализм гимнастки. Лента у нее полетела не в той траектории. Она по ходу это увидела, заметила и сделала вращательное движение к ленте. Тем самым спасла и поймала предмет. Составлена программа. Вот, вы знаете, ну, понятное дело, что музыка навевает на известное всем приключение Зорро, и она, конечно, исполнила, скажем так, роль Елены, супруги Зорро. Начинаешь верить в это. Сотых балла. Вот как раз вот это и есть. Ну, Соболева 11850, в общем-то, как-то тоже достаточно так ожидаемо. Я хочу заметить, что вот Леной, при всем, при том, что, допустим, я не побоюсь этого слова, что у нее недостаточно длинные ножки, как у некоторых гимнасток, но она работает по полной, и ты не, уже не замечаешь ее минусы, так как она работает. Соединенные Штаты Америки. Хотя...